привет, ребята, вы на моем канале, и за мной нет фона окон, балкона. В общем, я нашла новое место, на котором я снимаю начало. Очень люблю снимать разные пранки, которые вы мне советуете в моем инстаграме, которые я сама придумываю, просто беру из головы. И, ребята, я хочу сказать вам, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, там есть такая красная кнопочка, просто нажмите на нее, вам не сложно, а мне очень приятно, потому что, ребята, я там посмотрела, там около 47% моих подписчиков, моих найсиков, смотрят меня без подписки. Это как-то нечестно, ребят, если вы уже меня смотрите, то, пожалуйста, подпишитесь. Также нажимайте на колокольчик, потому что я реально снимаю видео каждый день, и мне кажется, это достойно лайка. А сейчас я вам хочу сказать про очень крутой розыгрыш, в котором будет два победителя. Один из них получит AirPods, это такие классные беспроводные наушники от Apple, которые вроде бы подключаются не только к Apple, а второй победитель получит iPhone X. Это очень крутой телефон, я бы даже так сказала, очень крутое качество съемки, в общем, вы сами знаете, насколько классный iPhone X. Все, что надо сделать, чтобы участвовать в этом конкурсе, это подписаться на один канал, который называется Fairy Lisa. Ссылка будет в описании, или вы просто можете в Ютубе ввести Fairy Lisa. Что это за канал? Там реально вы можете зайти и просто поугарать, или если у вас есть младшая сестра или брат, то вы можете включить им, которым там 2, 3, 4, 5 лет. В общем, ребят, все, что надо сделать, это подписаться на канал Fairy Lisa. Это вообще просто и легко. И, ребят, давайте уже перейдем к видео. Сегодня я решила сделать такой пранк. Я надеюсь, мне поможет в этом сестра. В общем, что я буду делать? Я этот пранк увидела, мне посоветовали мои найтики в инстаграме. Ребята, у меня есть свой инстаграм. Подпишитесь, пожалуйста. Подпишитесь, если вам не сложно. Ссылка будет в описании. Там я очень часто укладываю сторис, типа, какое видео мне снять. Поэтому, если у вас есть какие-то идейки, то переходите в мой инстаграм и пишите мне, отвечайте на сторис. Что хочу сказать. Идея заключается в том, что я накрашусь как год, оденусь как год. Да, ребята, это очень-очень странно, но я решила, типа, ну, может попробовать что-нибудь странненькое такое снять. Я обращу внимание родителей на меня. Родителей не моих, а моей сестры Алины. Я надеюсь, Алина мне поможет в этом пранке. Давайте ее позовем. Алина! Скажи всем привет. О, господи. Всем привет, ребят. Это Алина, у нее есть свой YouTube-канал и свой Instagram, ссылочки будут в описании. Короче, я хочу снять пранк над твоими родителями. Ты мне поможешь? Лиза, смотря какой пранк, потому короче, что... я хочу накраситься как год и подойти, ну, обратить их внимание на себя. То есть сказать, что ты куда-то уходишь или что? Точно. На вечеринку, на вечеринку. На вечеринке, да. К примеру. Это будет идеально. Лиза, поможешь мне, пожалуйста? Все, что от тебя требуется, ты можешь мне накрасить? Одежду я возьму. Супер. Я сейчас достану самые ядовые... Конечно, сейчас достану самые ядовые тени и... Супер, а я пока переоденусь, я найду у себя максимально что-то черное. В общем, ребят, сейчас я переодеваюсь и возвращаюсь к вам. Короче, ребят, привет еще раз. Я уже переоделась максимально в черное. У меня черные штаны, у меня черная футболочка и черный вот такой вот топик. И сейчас Алина меня будет красить. Здесь есть у меня вот такие вот тени. Боже, посмотрите, какое оно черное. О боже, Алина. Покажи, покажи, покажи. Ребят, вот так вот это все выглядит. Это очень страшно и непонятно. Сейчас вернусь, когда будет готов второй глаз. Ребята, второй глаз готов. И это выглядит примерно вот так. Я реально как какой-то год. Сейчас еще сделаю вот тут стрелку. И вот тут стрелку. Да, ты постарайся такие вот прям вот не повседневные, а прям жесткие такие. Все, теперь давай вторую. Мать моя женщина. Покажись. У меня никогда не были такие ужасные стрелки, они просто не то что ужасные, они уродские. Вот трэш начнется, когда ты накрасишь вот этой вот прекрасной помадой, которая не красилась. Да. Я ее ошибочно купила по скидке в Еве. Можно? Поэтому, конечно, можно, нужно. Давай, давай. Оу, май. Да, давай, крась, крась, крась. Ну все, да, смотри, не переусердствуй, она так просто такая масляная. Но... Короче, вот такой ужас вышел, просто это настолько ужасно. Ладно, Лиз, у меня еще одна есть идея по поводу твоих волос. Что с ними можно сделать? Держи, я сейчас приду. Алин! Господи, я ужасно выгляжу. Дай мне зеркало.
Кстати, сережки классные, но позже. Подходит нормально все. А хвост... Ой! Я себе максимально не нравлюсь, конечно. Максимально подготовились, и Дим тебя пранковал, мне страшно. Я, давай так, я ничего не знаю, я тоже в шоке. Ты можешь попросить там, вот, сказать, дадите мне денег, чтобы я там утром нормально добралась на такси, метро не работает. Ну, что-то такое, мне кажется, это было бы прикольно. Если вам бесплатно, можешь как-то вниз просто опуститься? Да, да. Слушай, а кому мы пойдем, к маме или папе за деньгами просить? Если ты хочешь интересной реакции, то лучше к папе. Вообще мне маму уже жалко. Привет, Стас. Можно где-то гривен 500 мне там надо на проезд? Я просто ухожу, короче, на вечеринку. А где ты была? Дома. Я готовлюсь к вечеринке вообще-то. Какой вечеринке? Дракулы? Собираюсь. Можно, пожалуйста, гривен 200-500? Мне просто... Я планирую возвращаться, я думаю, типа... Не днем? Я думаю, ночью вернулся, часа в 4 ночи. Можно просто, чтобы я нормально доехала? Можно денежку? Не, никуда ты не поедешь. Ни на какую вечеринку. Не, на вечеринку ты, конечно, красива. Но на вечеринку ты не поедешь. Почему? Ну, во-первых, потому что ты у нас в гостях. И что? Алина сказала... Вот скажи, ты не против, типа, если я поеду? Типа, ты не обидишься? Не знаю, но ночью как-то, блин, лис. Нет, я не про это. Я про то, что ты не обидишься, если сама поеду. На закрытую вечеринку год, поэтому... Мне надо реально спешить. Лиз, ты что, гонишь? Ты хотя бы там одного человека знаешь? Ну, знаю. А что там мне делают? Мне там все друзья просто, ну, оделись как готы, и я тоже решила. А что делают на этой вечеринке готы? Я выхожу гулять на прогулку, вообще, ну... Ты одеваешь как черное? Да. Делаю. Да ладно, я такого не видела ни разу. Ну, потому что я не гуляла ни разу, ну, конечно. Ну, типа, мне нравится черный цвет, почему бы мне, типа, ну... Нормально что? Папа, вообще сейчас это посерьезно ты что ли собираешься или что? Ну, можно деньги? Или, типа, я пешком дойду? Тебя родители бы твои отпустили бы? Чё ты у моих спрашиваешь? Да я не про это. Типа, меня пускают. Типа, я и так, я выйду. Просто я решила попросить, чтобы нормально доехать. Можешь, конечно, туда ехать нормально. Ну, но это хорошо. Можете ехать в лес. Ну, это реально. Я сейчас говорю на серьезно. Но только если тебе родители разрешат твои. Какая разница, они разрешат или нет? Они даже не знают, что я год. Я вам честно рассказала. Ну, давай. Короче, не лотерейный. На такси там доехать, там, получается, если ехать, где-то 3 станции метро примерно. Я просто боюсь уже, типа, я зайду в метро, а у меня, типа, не по вкусу. А у меня тоже есть черные, есть штаны, есть черное это. А ну, только мне надо губы намазать черным чем-то. Вообще-то готы, мальчики не красят губы. Не красят? Они одевают сережки. Ну хорошо, у меня клип сидит, найдете мне? Так надо черные. Ну черные буду, все в черном буду. Вечеринка готов. А что, я не могу в закрытую вечеринку готов попасть? Мне присылали определенное это, приглашение. Вот я и пришла. А ты можешь мне выслать, переслать? Я тоже хочу готом быть. Стас, ну не надо прикалываться. Это просто типа, мне нравится так жить. Вот я так и живу. Конечно, если ты хочешь, если ты можешь, ты можешь меня отвезти в принципе. Но ты можешь меня высадить только там где-то за километр до нашего места встречи. Я не хочу, чтобы ты видела, это секрет слишком. Ну, типа, обратно как? Обратно так же, как и куда? Никак. Ты приехала к нам в гости. Потому я там вообще как VIP-гость. Ну, типа... Ну, ты хоть VIP, хоть не VIP, ты все равно никуда не поедешь. Я поеду. Нет. Окей. Деньги я возьму свои, у меня там на карточке есть. Я, типа, до такси могу доехать? Ну, типа, доедешь на такси, но ты никуда не доедешь, потому что я тебя не выпущу никуда. Почему-то? Ну потому что. Ну почему? Почему? Потому что ты под моей ответственностью. Под и моей что? Ну я же вернусь часов в 5. Да, ладно, да. В 6 дома. В 6 дома. Не вернешься ты никуда, в 6 вечера? Ты никуда не поедешь. В 6 утра. Ну можешь ходить до 6 вечера. Ну хорошо, я выйду, но приду через 12 часов. Нет, идите, Алин, мой ее, пожалуйста, пускай мне будет вот он. Пап, ты это посерьез, я не понимаю. Я хочу, вообще-то. Вот эти вот стрелки я очень долго рисовала. Они как бы... Я вложила в них свое старание. Молодец, красиво получилось. Давай, сейчас сфотографируем. Я сама пойду. Если да что, подожди, мне есть ключи. Куда ты пошла, Лиз? На улицу. Угу.
Лиз, ты чё, куда ты собралась? С ума сошла? Лиз, тебя никто не отпускал. Она в тапочках далеко не влез, качается вот. Почему? Я имею право как бы ходить куда хочу. Я приехала без родителей. Всё, прикол какой-то. Почему я не могу ехать? Почему? Сейчас я тебя сфотографирую. Зачем? Не надо меня фотографировать. Почему? Я не хочу. А что, твои родители тебя не видели, что ли? Почему я не могу ехать? Ладно, все, хватит шутить, сейчас тебя фотографирую. А что, вот я с одним глазом фотографировать? Пап, что ты делаешь? Сейчас я отошлю Вите. Ну это так сейчас, только чтобы посмеяться. Так, ну, скажи, в смысле посмеяться? Почему? Ну, блин, я же не высмеиваю тебя из-за того, что там ты в черных тапочках ходишь или что-то такого. Ну, типа, это мой стиль, я хочу вот так ходить. Так даже не смотрите на мое мнение. Алин, вы пойдете гулять или нет? Я пойду точно. Пойди погулять. Меня с собой она не берет. Не, ну просто. А слушай, а давай ты... Все, мы с Алиной идем на эту вечеринку. Все. Да, все реально. Я тоже с тобой хочу пойти. Пошли, идем. Я сейчас переоденусь. Находи что-то черное. Ты сейчас найдем. Пап, пожалуйста. О, вот уже твой папа звонит. Я ему фотографию отправил. Все, пошел я с ним разговаривать. Быстрее, через окно, быстрее. На балкон беги, быстрее. Сюда. Быстрее. Это реально твой папа? Да. Алина, прыгай! Все, побежали, Алина, на вечеринку! Закрывали. Стас, мы пошли на вечеринку, пока. Пока, пап. Пока. Все, за что, ребят? Оп. Это идеально, пошли. Стоп, что делать будем? Поэтому надо уже говорить то, что... Пранк? Нормально, папу на балконе закрывали. Короче, мне кажется, Лиз, мне сейчас? Потом будет капец. Поэтому давай, наверное, говорим, что пранк. Он уже увидел, что мы снимаем. Выходи. Надо поговорить. И мне кажется, он уже все понял. Все. Мне кажется, это был пранк! Я вижу, что ходишь. Прятаешь. Что ты там прячешь у себя? Уже не прячу. Это, сразу говорю, это не моя идея была. Я бот, на самом деле. На самом деле нет, я не бот, и я никуда не собираюсь, честно. Это опять Витя звонит? Да, опять Витя. Пойдет. Пап, ты же ему скажи, что все нормально. Вы можете сказать, пожалуйста, папе, что это правда? Да сейчас позвоню, скажу. Все, спасибо. Да я так и думал, что вы меня разыграете. Короче, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, да? Да, очень да? Классно. Тебе крутые идет. Стрелки? Очень. И то, что вы будете жарить жаб и крыс, это прикольно. В общем, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Алину канал. Она сегодня мне помогла. Ссылочка в описании на наши инстаграмчики, ссылки в описании. Всем желаем хорошего дня, хорошей недели, хорошего месяца и хорошего лета. Всех сильно любим, пока. Капец, как теперь это все смыть? Ничего, сейчас смоем.